насекомьем царстве, в паучьем государстве жил среди своих неприглядных сородичей паучок-неудачник. День и ночь трудился, плел свою паутину, а добыча доставалась другим. Паучок часто оставался голодным, но это не заботило его жадных собратьев. Доведенный до отчаяния паучок-неудачник решил уединиться, сплел паутину подальше от всех. Но и тут беда. Едва не угодил в лошадиную пасть. Всем насекомым, и крылатым, и бескрылым, одинаково плохо с наступлением холодов. Случилось так, что осенний ветер задул легкого голодного паучка в обветшалый сарай и тем самым помог ему выжить. Налетело сюда столько мух, что у паучка глаза разбежались. Вот теперь-то наемся досыта, обрадовался паук. И тут же принялся за дело. Уж чего-чего, а паутину он умел плести. Нужда научила. И ждать терпеливо тоже умел. Ага, вот и первая жертва. А вот и вторая. Хорошо-то как! Никто не прогоняет, никто не отнимает. Ешь себе, поправляйся. В один из дней пожаловали в сарай родственнички. Явились, не запылились. Не узнали они младшего собрата, такой он стал большой и страшный. Не бойтесь, заходите, разрешил им сытый хозяин. Я на вас зла не держу. Живите здесь. Мух на всех хватит. Но только половину добычи будете приносить мне. Это ваш должок за прошлое. Согласились на такие условия родичи. Лихо опутали весь сарай своей липкой паутиной, и мухи гибли, как мухи. Но никто не имел права лакомиться ими. Угодники несли первую добычу своему повелителю, а он принимал подношение как должное. Ел и не наедался. Он стал таким же жадным, как все паучье племя. Ловите, старайтесь, иначе и вас всех съем. Наконец-то наелся, подумали пауки. Теперь и нам можно покушать. Как бы не так,
Жади не просто опротивили мухи. Решил пчелой полакомиться. Сам ее поймал. Не поленился. Знай наших. Залетела в сарай беззаботная стрекоза. И ее слопал злодей. А дожди все шли. Мама, иди сюда. Здесь тепло. Пропищал своей маме, продрогший на холоде, желтый, как осенний листочек, цыпленок. А жадный паук будто только и ждал их. Ага, вот кого я еще ни разу не пробовал. Мамочка! Освободи меня, взмолился цыпленок. И курица-мама сделала свое доброе дело. Что ей паук? Много их она поклевала на своем веку. И жадных, и злых. Но вовсе для нее не страшных.